Приветики, мои дорогие! Я нахожусь в городе Тольятти, в замечательном городе, в котором была уже не один и не два раза. И хочу вам показать свое местонахождение, где я сейчас нахожусь. Вот такой скромный, но со вкусом номер. Даже есть телевизор. Душевая кабина. Так что вот так вот мы живем. Сегодня будет концерт замечательный. Я думаю, что все пройдет благополучно. Мираж споет свои самые любимые песни. Потом мы едем в замечательный клуб. А потом я уезжаю в Нижний Новгород. А вот я уже и в Нижнем Новгороде. Вот так вот. Сейчас покажу, как мы здесь живем. Такая вот большая ванна с такими штучками-прибаучками. Такой холл. Вот такая сауна. Ну, еще душевая кабина. Вот еще тут такая штучка. Там выход и сразу речка. Красота. Страшная сила. Здесь второй этаж. Большая-большая спальня. Вот так вот мы живем. Здравствуйте, мои. Скоро увидимся. До новых встреч. Забыла сказать, что я нахожусь в Нижнем Новгороде. И мы в таком красивом и гламурном корабле. Или корабле. Снимались, знаете, где Шереметьев, что дворце в итальянском зале. Анжел, ну мы если на стороне не пообщаться, вот у них классно, хорошие были, там настроение, с кнопкой дрозь, вообще супер. Классно. Ну, я мне принесли ролик, я не успел, не взял его с собой. Я обалдел. Я работаю. Я виноват. Я вот тащил с понтовым, не замерз, тоже холодно было. А ты ничего будешь? В бане будет, дрова весной. Нормальная баня, кстати, на 15 таким отдельным залом. Класс! А где тебе ставить будешь? Баню? Налейте мне мартини, пожалуйста. Мы налили тебе шампанское. Я мартини буду. Блин, глядь. Давай бокал дырим. Классно снимает. Ну классно, чем могу сделать? Надо же лудей покидать. Аппарат нашелся. Вот так вот начинается утро. Да. Колхоз. Давай вот это колхоз. Чистый стакан. У нас в колхозе утро. Стоп, я сейчас пропущу все. Ну давай дальше. Давайте. Ты там закрыла?